Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Приветствую всех из города Тулы, всех приветствую с московской заставы. И благословляю всех вас, возлюбленные друзья. Получается, эти дни я здесь, дома в Туле. Вот, и молюсь о духовном пробуждении Тулы, земли тульской. Молюсь о продолжении семинара в Белгороде, потому что следующие выходные я буду, пятница, суббота и воскресенье, буду, даст Бог, уже в Белгороде продолжать семинар и проповедовать на богослужение у моих друзей в церкви. Поток жизни, слава Богу. Спасибо тебе, Господь, спасибо за это утро, за этот день. Спасибо, Господи, за милость и благодать Твою. Благослови, Боже, всех нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Благослови, Господь, продолжение семинара в Белгороде во имя Иисуса. Благослови, Господь, верующих разных конфессий, разных деноминаций, всех ветвей древа Царства Твоего, христианства. Спасибо Тебе за все. Аминь. Да, друзья, и 29-го и 30 ноября, пятница и суббота, пятница вечер и суббота днем, буду проводить семинар. А уже 1 декабря, это будет воскресенье, буду проповедовать в гостях у моих друзей. И сейчас я посмотрю, вот у меня календарь, простой еврейский календарь называется. Вот, и это получается как раз начало месяца Кислев. Сейчас месяц Хешван идет по библейскому исчислению, 5780 год на дворе, или же, ну, от сотворения мира, а от исхода 3331 год. И вот месяц Хешван, вот, он как раз завершается, получается, 28 ноября в этом году. 28 ноября будет 30 число месяца Хешван. Вот, а 29-е это будет уже, получается, первое число месяца Кислев. Это месяц Хануки, месяц ханукального такого обновления. Вот, и как раз моей темой будет Ханука, обновление. Да, получается, первое и второе Кислева это будет 29-е, 30-е ноября. Вот, а 1 декабря... В этом году 1 декабря, воскресенье. Это будет 3 Кислева. Вот так вот. Так что до встречи в Белгороде. Вот, здесь эти дни буду в Туле. Я так предполагаю, в Орле, в Курске. Молюсь об этой поездке сейчас. Вот, и всем курянам и орловцам всем большой привет с Тулы. Так что, да, и белгородцам всем привет огромный. Вот, молюсь о вас, благословляю всех вас во имя Господне. Вот, и пусть ханукальное такое обновление будет в наших судьбах, церквях, конфессиях, во всех ветвях христианства. Вот, и да, я буду как раз делиться именно этим. В общем-то, все это время и в Москве тоже на служениях буду как раз об этом говорить. Вот. Ну а сейчас, что, друзья, благословляю всех вас. Ханука ведь это обновление. И да, ближайший праздник, библейский праздник, это Ханука. Это, конечно, не тот не праздник, который Господь дал, значит, сказав, что это праздники мои, но это праздник библейский. В Новом Завете сам Иисус Христос именно на этот праздник, на Хануку, Он сказал, что Я и Отец одно, в 10 главе Иоанна записано. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас. Мир вам. Шалом.